Ну, отдельные аплодисменты, конечно, нашей Алиске Коломысовой, которая дошла до финала. Просто не ожидала. А я ей всегда говорю, ну, один раз споешь, Алис, покажешься, ну, и достаточно. Нет, прошла. Потом я ей говорю, ну, еще раз споешь, и хватит. Вот. Но победить, конечно, там, конечно, нельзя в этом возрасте, потому что, в принципе, это и не должно быть. Победитель ты сама себе, для себя и для нас. Браво! Спасибо вам за все. Спасибо большое.